Добрый день, дорогие подписчики! Рада вас приветствовать на моем канале. Дорогие гости канала, вам тоже очень рада. Итак, очень быстрая практика. Что такое негатив? Негатив, который нас окружает, это в первую очередь энергия. И по сути нам с вами нет до нее никакого дела. Нам важно то, что это энергия. Мы ее преобразуем и заберем себе в самом лучшем варианте. Поэтому берем какой-нибудь яркий маркер, да, чтобы впечатление поярче создать. И находим на листе себя. Лист маленький, потому что практика очень-очень быстрая. Находим на листе себя. Вот представьте, какой вы есть. Идеальный. Наполненный энергией солнца, мироздания. Да? И тоненькой линией проводим негатив, который мы ощущаем. Может быть, это на работе какие-то козни, может быть, какие-то там информационные каналы, да, которые вас расстраивают. Это же тоже отчасти негатив, который на вас влияет. Может быть, там, не дай бог, ребенок заболел, да, или же вы сами, да, и тоненько. Линии. У меня ребенок заболел. Я очень из-за этого переживаю. Вот, и что мы с этим делаем? И сейчас мы будем его растворять. Уже посильнее нажимаем на маркер. Какая вам разница? Негатив, он дан для того, чтобы вас проверить. Как вы справляетесь с какими-то ситуациями. Но опять же, вы не забывайте, что хоть вы и будете отрицать, вы этот негатив притянули сами. В вашей жизни он не мог оказаться просто так. Для чего он вам дан, задумайтесь. Может быть, вы что-то где-то забыли? Негатив – это всего лишь энергия. Да, она очень жесткая, она очень яркая. Она способна нанести колоссальный вред, но только если вы ей позволите. Как-то вот и нет негатива, да, сейчас не оказывается. И вот посмотрите, отмотаете потом назад, посмотрите, да. Если убрать негатив и преобразовать его. Негатив – это ваше отношение, да, к той или иной ситуации. Да, негатив имеет колоссальную энергию. Но, тем не менее, если его убрать и преобразовать, мы получаем очень много бонусов. Бонусов, о которых даже не подозревали. Нужно просто посмотреть. Посмотрите, энергия, которую я получу, соотносительно такой, какая я вообще есть сейчас в поле. Да, я себя нашла, энергию. Вот, соответственно, далее мы затем все округляем. Чтобы сгармонизировать все острые углы и составить новое впечатление.
Это ваше право, как воспользоваться энергией, да, которую вы увидели, которая может быть на вас направлена, может быть, да, в буквальном смысле. Если вы ее преобразуете, да, вы станете сильнее и используете себе на благо, направите в нужное русло, да, или же вы поддадитесь негативу, да, истощение будете испытывать, да, чувство истощения. Или же вы станете намного-намного сильнее. Ваше право, я за второй вариант. Но вы и так об этом знаете. Нам без разницы, позитивная энергия, негативная. Позитивная, мы ее с радостью принимаем. Негативная энергия преобразовываем и забираем себе, становясь сильнее, наполняя себя и используя ее для энергию, да, для достижения наших каких-то там целей, желаний. Все для себя любимых. У вас есть главный человек в вашей жизни, этот человек вы. Сначала вы на первом месте, затем уже все остальные. И вот можете сейчас даже по ощущениям, после того, как вы преобразовали весь негатив, да, направили его в то доброе мирное русло, которое принесло вам еще больше энергии, можете ощутить, насколько сильнее вы стали. Представляете, как здесь вы сейчас наглядно видите, какое количество энергии у вас появилось. Ну и что, как вы думаете, стоило ее преобразовывать или пропустить вот эту ядерную энергию, да, по своей мощности через себя и как-то позволить ей на вас негативно повлиять? Нет, конечно. Только позитив. Вы посмотрите, сколько бонусов, да, и вот если вы сейчас подышите, вы увидите, как легко вам стало дышаться. Пробуйте. Ну что, я беру цвет.
И как-то вот все светится вокруг. Пустая энергия, вот она даже помимо того, что мы рисовали не черным, да, а маркером, сам цвет, во-первых, нам придал такой вот, что делать, куда бежать, да, все хорошо, не волнуйтесь, да. И сейчас мы еще цвет, которым мы рисовали, сейчас еще здесь. Что мы берем? Солнце мы берем, любовь мы берем, деньги сейчас придут. Там, где есть любовь, всегда, в принципе, есть деньги. Очень яркий маркер. Синенького, да, вам хочется добавить. Такое все острое, наточенное. В любом случае, энергия, которую вы ощущаете сейчас после наполнения, после преобразования энергии, она отличается от той, что было до этого. Вы не убрали негатив как таковой, вы его изменили, преобразовали, да, и наполнились, вы изменили свое отношение к нему. То есть вы забрали у него энергию, вы больше не наполняете его своей энергией, где вы волнуетесь, где вы там, какими словами вас там, условно говоря, соседки называли, да, вот. Точно так же, как и болезнь. Ну, как бы она больше не имеет над вами власти, она не имеет силы. Соответственно, когда нет энергии, то все равно как нет воздуха, да, для человека. Ну, не станет больше этой проблемы для вас. Не станет этого негатива. Но энергию мы у него подрезали. Забрали, наполнились и отправили дальше в счастливое плавание. Счастливое путешествие. Вот он, ваш бывший негатив. Пожалуйста, наслаждайтесь теми дивидендами, которые он вам принес. И даже не вздумайте никогда на него вестись. Следите за своими эмоциями, потому что жизнь на каких-то неприятных линиях жизни нам совершенно не нужна. Можете даже провести линии поля, чтобы усилить впечатление от того, насколько мощный прилив энергии, насколько мощное огромное количество энергии вы получите, если не будете реагировать, а будете преобразовывать любые проявления негатива в вашей жизни. Можете прям вот. Сейчас я закончу с цветом. Вот, ну что, какой маркер возьмем? Давайте черный, да, чтобы усилить ваше впечатление.
Мне достаточно двух. Если вам нужно больше, пожалуйста, вы можете их провести. У меня эмоции и энергия сейчас просто зашкаливают. Вот. И выделяется у меня еще не только я, да, то, что я дополнительно получу от всего того, что мы сейчас сделали. Я помимо того, что сама наполнилась энергией, увидела бонусы, да, и я вот их выделяю, увидела то, что я еще могу что-то дополнительное получить от того, что произошло, от того, что я преобразовала энергию, да, и вот мне хочется на них свои впечатления сосредоточить, да, как-то это все усилить. Вот так вот. Что ж, я вам желаю счастья, я вам желаю богатства, процветания. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Пока-пока!